Платить за газ, не выходя из дома. Этому обучают жители Златоуста. Сотрудники компании «Новатек» рассказывают абонентам, как создать личный кабинет на сайте и регистрируют клиентов. Бонус для новых пользователей – шанс выиграть сертификат на 4000 рублей. Подробности у наших корреспондентов. Компания «Новатек» установила в Златоусте информационный терминал. С его помощью каждый абонент сможет зарегистрировать личный кабинет и после этого передавать данные газовых счетчиков, не выходя из дома. Познакомиться с новым сервисом и оценить его возможности приходят представители администрации Златоуста. Виктору Пфаффенроту тоже заводят аккаунт на сайте. Сервисом воспользовался сразу и отметил его удобство и простоту. Рассказывает, он газом пользуется давно, но передать показания вовремя успевал не всегда. Даже снабжающие организации мне звонят и говорят, пожалуйста, передайте показания счетчика, но если ты не находишься дома, ты их опять-таки передать не можешь. И приходилось записывать на бумажку, а потом, значит, хранить эту бумажку где-то в кармашке и ждать звонка. Передавать показания и платить за газ теперь для жителей Златоуста станет удобнее. Личный кабинет на сайте «Новатека» позволит выполнить все операции, сидя за компьютером. Но пока таким сервисом пользуются 5% златоустовцев, не зная новой услуги. Освоить ее поможет учебный терминал. Он теперь стоит в центральном златоустовском отделении Сбербанка. Для регистрации в личном кабинете достаточно указать фамилию или ваш лицевой счет. Лицевой счет вы можете взять с любой квитанции. Там будет указано 8 цифр. Регистрация занимает 5 минут. Преимущество такой системы уже оценили в Челябинске, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске. Там зарегистрировать личный кабинет помогают в офисах компании «Новатек». Продвинутые пользователи могут сделать это самостоятельно и пользоваться услугой круглые сутки. 8-9 у нас очень много ситуаций, когда 12 часов ночи производят платежи. Очень доступно и удобно. То есть мы получили одну квитанцию за тепло и пошли сразу, сели, оплатили и за газ. Просто не надо ждать квитанции. Все доступно, сразу получить обратный ответ. Много вопросов возникает, как производится расчет. А новых абонентов ждет приятный бонус. 100-тысячный пользователь получит сертификат номиналом в 4000 рублей на оплату газа. В акции сможет принять участие вся Челябинская область. Анна Арестова, Ирина Гончаренко, Евгений Януров, Николай Черданцев, ОТВ.